Добрый день, меня зовут Элиза, и я пишу стихи в прозе, иногда проза в стихах. И вот, чтобы не путать читателя в этих жанрах, я называю это заметки. Тема о красивом и вечном. Самое главное для меня в форме — это композиция, а в содержании — это метафоры и переносы. И вот, когда читатель скользит за мыслью, в этот момент он находится с автором на одной волне. Понимание читателя и сопереживание автору — это лучшая награда для того, кто пишет. Слово как инструмент, его красота, его сила меня заинтересовали еще в детстве. Я напевала песни, и то, что они были мной выдуманы, знала только моя мама. Чуть позже я поняла, что слово может еще и исцелять, объяснять, помогать переживать трудные времена. И если я не находила опору во внешнем мире, я создавала их в текстах сама, чтобы следовать им. Моим первым критиком был мой преподаватель, который даже не знал, что автор произведений, которые он критикует, это я. И благодаря его рекомендациям и советам я начала писать о себе и о своем пережитом опыте. И смогла добавить в свои произведения искренность, а значит и смысл. Сейчас слово для меня — профессия. Я магистр филологии, окончила аспирантуру Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского. Планирую защитить кандидатскую диссертацию. Занимаюсь наукой, исследую тексты. И вот с какой стороны бы я ни подходила к слову, я все время восхищаюсь его богатством, глубиной, силой и тем, что можно из него слепить. Рада буду поделиться с вами произведениями, которые способны будут настроить на добрую волну. Проснись. Ради тебя я придумал лето, разукрасил небо расцветающим солнцем, чтобы захотелось к нему потянуться, вдыхая в легкие запах рассвета. Проснись. Ради тебя я придумал дождь, чтобы в доме сегодня была возможность остаться, обложившись мыслями и идеями, что смешались с дымом свежего кофе. Проснись. Ради тебя я придумал цветы. Сколько тебе их дарили, помнишь? А сколько их в мире еще? Не срывай. Я уже давно вручил их все тебе до единого. Проснись. Ради тебя я придумал кожу. Сложил слезы с мечтой, душу с когтями, веру с инстинктами. И это бесконечное противоречие, чтобы удержалась и сдружилась, я завязал твоей кожей. Проснись. Ради тебя я придумал любовь. Не для умных и глупых мужчин или женщин, а для той, что верит в людей даже в самые трудные времена. Проснись. Ради тебя я придумал мечту. Легкую птицу. Не журавля и не вторую, а именно ту, чьи крылья подойдут тебе самой. Выбирай же. Проснись. Ради тебя я придумал боль, чтобы чувством познавалась цена, чтобы каждая клетка точно знала, что она жива. Проснись. Ради тебя я придумал вечность и вложил в незримое нечто, чтобы увидеть смог самый зоркий, не тот, что зрением, а тот с душой. Проснись.
ради тебя я придумал слово и отдал насовсем. Уж очень я тебе доверял. Знал, не разобьется и не развеется. Ты вообрази, весь мир для тебя, и не превзойдет он для меня твоей красоты. Проснись. Да, ради тебя я придумал жизнь. О чем важно помнить, когда мы наконец-то проснулись? В молчании тоже слышатся смыслы, и на заросшей тропе виднеются следы, протоптанные кстати. И у запертой двери находится ключ, если пока не в кармане. Пустота — это не самое страшное. У каждой мечты есть ее создатель, у каждого клада есть его собирающий, у каждого ремесла есть свой кузнец. Недостижимое — это не самое страшное. Не идти вперед из затянувшей вниз тяжести, не говорить и прятаться, скрываясь со страхами в берлоге, не признавать тумана в глазах, вспененного обидами. Усталость — это не самое страшное. Полюбить — возможность стать счастливым. Полюбить без ответа — возможность стать счастливым наедине с собой. Не полюбить. Занять свое место, оставив чужое другим. Отчаяние — это не самое страшное. Оставлю крылья птицам, а жабры — земноводным. Возьму свои ноги и буду идти, дышать, думать, замечать, видеть, слушать, затаивать дыхание, творить, читать, говорить, мечтать, встречать, понимать, удивляться, чувствовать, прикасаться, целовать, обнимать, благодарить, вдыхать запахи, очаровывать, восхищаться, вдохновляться, раскрываться, оставаться собой, составлять списки, верить, любить. Все, что мне нужно, уже у меня, как ключ в кармане. Наполнять смыслом пустоту, искать и оберегать свои сокровища, побеждать отчаяние, делать все, чтобы развеять безверие. Потому что забвение — самое страшное, что можно себе позволить. Я тебя никогда не покину. Ты будешь искать тому подтверждение, но я говорю, они ни к чему. Я никогда тебя не обижу. Ты будешь теряться в окопах забвения. Мы забыли. Забвение — забыть самому. Я тебя никогда не предам войне. Вот увидишь, она не вечна. Я никогда не вручал страдания тебе. Пусть не поверят, затопчут, проходят мимо, но мимолетны они, а я — вечность. Не страдай, не болей, не упрямься. Сотни лет уже проходили. Останься со мной, ты останься. Ты была и будешь моей любимой. С чего ты начинаешь свой день? Свой день я начинаю с того, что у меня звенит будильник. Я открываю глаза и думаю о том, что сегодня мне предстоит. Наука или чувственное восприятие? Это очень сложный вопрос, потому что в моей профессии мне нужно следовать за логикой и доказывать, аргументировать. Именно поэтому для меня творчество является спасением, потому что там я могу проявить свое чувственное восприятие на полную, можно так сказать. Окрыленная, влюбленная в жизнь, в свет, в зарю, невесомую, озаренную, подари мне мечту. Научи жить по-новому, не упуская каждый миг. Научи меня полюбить эту непростую жизнь. Научи не смотреть на надежду, умирающую перед глазами.
то же время искренне верить, вопреки всему и отчаянно. Жить неистово, страстно, плавно, нежно и радостно, как смогу. Окрыленная, влюбленная, дай мне попутного ветра, озари меня своим светом, светом чистой любви. Всему свое время. Если бросил семя, жди, взрастет. Каждой строчке своя точка, своя рифма каждому стиху или ее отсутствие. Если сердце не поет, отложи арфу, оставь ее одну, выйди из каюты на берег. Каждой твари по паре, если Ной не забыл взять на ковчег. Я верю в твое присутствие. Когда врываешься в чью-то душу, найди в себе силы быть честным. И прежде того, что ты все разрушишь, не пытайся там строить пол и стены. Если нет повода возвращаться в родную обитель и сохранять очаг, когда не захочется оставаться, ломать не придется всего и так. Если нет мысли осветить свечой маленький храм чужого сердца, стой там, где стоишь, и дома не строй, останься попутчиком вечного ветра. Один в поле не воин, но ты один. Тебе не спрятать себя в далеких сердцах. Но до конца с собой ты будь честным, терпи. Не строй дома там, где не можешь остаться. Последняя заметка. Она будет очень личная, нелогичная, необъятная. И я стараюсь ее не читать, но сегодня я бы хотела это сделать, потому что в этой заметке есть что-то, что помогает людям пережить трудные времена. Доверие. Это что такое? Это что-то точно в очереди доверия. Доверие. Спокойствие. Тишина. Я не знаю, какими путями меня поведешь, но точно выведешь к счастью. И поэтому нет смысла мне попусту биться волнами о скалы. Чувства. Предчувствие. Я не могу объяснить причины, но я ощущаю, что будет именно так. Интуиция. Любовь. Верю в тебя. Я знаю, что ты способен только на благородное, и ни в коем случае не сомневаюсь в тебе. Не любовь сначала, а потом доверие. Но доверие само по себе и есть любовь. Прощение. Прощение наперед. Все может случиться по-другому или, что еще хуже, вообще не сбыться. Но я тебя уже простила. Уверенность. Я не спрашиваю причины, и сама называть их тоже не хочу. Я не собираюсь объяснять то, что непоколебимо. Сила. Когда я доверяю, я зорка, остра на слух, ловка, умела и мудра. Мои разум и сердце теперь не просто дружат, они единое целое. Я доверяю тебе тогда, когда не требую оправданий, когда вижу красоту, но не отрицаю правду, когда принимаю тебя полностью и прощаю даже будущее. Когда я остаюсь с тобой, даже если ничего не знаю толком. И в то же время я знаю все. И я иду за тобой. До веры. Твой любимый фрукт? Гранат. Где искать красоту? Красоту... Во всем. Я стараюсь в первую очередь, даже если я читаю книги или фильмы, которые мне не нравятся с первого взгляда, я стараюсь найти что-то, что может быть для меня важным или полезным. И потом из этого и получается то красивое, что я с собой несу из книги или из фильма. И также и с людьми стараюсь находить что-то красивое в каждом, и в каждом дне в том числе. Каким правилом твоей жизни ты можешь поделиться?
самое главное — находить в каждом дне что-то, что может быть для тебя важным, и, конечно же, нести добро своим родным. Самое главное — это для меня — это любовь. И каждый день я руководствуюсь этим правилом. Это не кредо, но это такое направление жизни. Спасибо большое. С вами была Элиза. Всего доброго.